Всем привет! У меня в руках Xiaomi Redmi 2S и Xiaomi Redmi 3S. Оба эти устройства я использую достаточно давно. Этот я начал использовать с момента, как он только начал продаваться, то есть уже месяц, даже больше я им пользуюсь. И вот на канале есть обзор на данный девайс, на основном. А это устройство я тоже использую с момента его выхода уже, наверное, полгода, если не больше. То есть этот девайс я вообще практически... Это самый, наверное, главный девайс в автомобиле от Xiaomi, который я использую, ну, помимо видеорегистратора. Люди, которые задумываются о покупке данного устройства, они могут себя спрашивать, действительно ли это качественная зарядка? И второй вопрос, который они могут задавать, действительно ли это хороший FM-трансмиттер? Потому что, например, когда мы покупаем смартфон, мы понимаем, что это устройство, которое является все в одном, и компромиссы там есть. Например, смартфон очень хорошо может записывать звук, но у него может, например, быть плохая видеокамера, или у него может быть отличная фотокамера, но, например, он может быть крайне неудобный, как в качестве навигатора. То есть везде есть какие-то компромиссы, и поэтому некоторые люди покупают себе смартфон и отдельно покупают фотокамеру. Или, например, покупают смартфон и отдельно навигатор. Покупают смартфон и отдельно покупают музыкальный плеер, потому что тот смартфон, который они купили, он является компромиссным вариантом, и в качестве музыкального плеера он не очень хорош. Что же можно сказать про эти устройства? Дело в том, что это действительно высококачественный FM-трансмиттер, и это действительно высококачественное зарядное устройство. То есть, если вы считаете, что вы хотите купить себе FM-трансмиттер, то можете не переживать, данный FM-трансмиттер будет на голову выше всех тех, которые вы можете себе позволить за эти деньги от других компаний. И если вы думаете, что вы купили хороший FM-трансмиттер, но зарядка здесь никудышняя, то вы тоже ошибаетесь, потому что это зарядное устройство на голову выше, чем те зарядные устройства, которые продаются от других компаний за эти же деньги. То есть, получается, что это бескомпромиссные устройства. Покупая данные девайсы, вы получаете отличный FM-трансмиттер и отличное зарядное устройство. Это лично мое мнение, это лично мой опыт использования, поэтому если вы стоите перед выбором купить FM-трансмиттер и в качестве зарядного устройства Redmi, или наоборот, купить себе Redmi в качестве FM-трансмиттера и отдельно зарядное устройство для прикуривателя, выкиньте эти мысли из головы. Это отличный FM-трансмиттер и отличное зарядное устройство. Мощное, высококачественное, никаких проблем с этими девайсами у меня никогда не было, и претензий никаких предъявить серьезных не могу. Поэтому данные девайсы смело могу рекомендовать к покупке. Это личное мое мнение. Если вы с этим не согласны, пишите об этом в комментариях и, пожалуйста, аргументированно. Во всяком случае, я считаю, что это один из лучших девайсов для автомобиля в 2017 году. Один из самых полезных девайсов для автомобиля. И один из самых дешевых девайсов для автомобиля. Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Поддержите видео, которое вам нравится. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Пока!